Итак, друзья, всех снова приветствую, меня зовут Эдди, и сегодня будет мод, который добавляет очередное здание из GTA 5, и если я не ошибаюсь, оно называется Багдар Тауэр. Окей, оно находится в коммерческом районе Лос-Сантоса вроде бы, да, вот оно справа, просто посмотрите, друзья, как оно выглядит, довольно-таки интересно, красиво, сразу видно то, что оно сделано в хорошем качестве, и давайте-ка мы посмотрим на него поближе. В принципе, как можно подняться? Мы паркуемся вот здесь и поднимаемся вверх по лестницам. И сейчас все мы рассмотрим, что это за такое здание Багдар Тауэр. Вот оно, друзья. Знаете, в чем минус этого мода? В том, что нету никаких интерьеров. Это очень печально. Не знаю, как вам, но реально, друзья, вот. Была бы следующая версия этого мода хоть с каким-то интерьером, еще сохранением и возможностью купить этот объект, было бы классно. Но так просто здание, но все равно оно классно вписывается в этот район, не знаю как вам. И тут есть такой вот интересный рекламный плакат Багдар Тауэр. Классная реклама, мне кажется, она очень эффективная и реально. То есть продажа смартфона, наверное, или что-то. Нет, просто Багдар, окей. К сожалению, нету вертолетной площадки никакой. То есть вот такая площадка есть, но здесь, конечно, можно приземлиться на вертолете, но все же это не вертолетная площадка, а так, вот какая-то антенна. В принципе, вот такое вот здание, друзья, не знаю, конечно, мне оно понравилось, выглядит очень красиво, добротно, неплохо вписывается, вот даже название, около Аллеи Славы, Багдар, свой логотип интересный. Ну и, в принципе, на этом все. То есть такое вот интересное здание. Всем большое спасибо за просмотр. Говорил, показывал Эдди. Скачивайте, там ничего сложного в установке нету. Главное, имейте мод Loader. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока.